А в воскресной школе при храме, который находится в речной части города, прошел третий православный фестиваль. Немножко мероприятий и о его участниках. Вокальный ансамбль «Веселая планета», дуэт Степана Матвеева и Ани Куличевой. Конечно же, уже всем известный ансамбль духовой музыки «Элпис», студия «Шандибан», это бисероплетение и лоскутное шитье, рисунки воскресной школы «Колорит», полотна ребят из Печорской школы искусств. Всех участников фестиваля смогли с удовольствием оценить прихожане храма. Ребятам важно было показать свое мастерство, но это был далеко не основной критерий. Конечно же, главная цель – это духовность. То есть оценивались и музыкальные композиции, и рисунки, и поделки, конечно же, со взгляда не только красоты, а еще и духовности. Все это оценивалось. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть побрал, и сущему гробе живо даровал. К этому фестивалю ребята готовились основательно. Каждый смог вложить свою душу. Ребята признались, что здесь, в воскресной школе, им всегда поется легко. В завершении всего мероприятия ребятам вручили благодарственные письма за участие в фестивале и подарили сувенирные свечи, которые будут им напоминать о большом празднике, в котором они все смогли с радостью поучаствовать.